Всего на масштабный форум в краевую столицу съехались более 40 писателей. Для них конференция – возможность заявить о своих произведениях на всю страну. Социальное поле, на котором работают писатели, оно заметно сузилось. Уменьшается число книжных магазинов, уменьшаются тиражи толстых литературных журналов, сокращается число библиотек. И поэтому современным писателям очень трудно позиционировать себя своим читателям. Претендентов на премию имени Мамина Сибиряка определяли в нескольких номинациях: проза, поэзия, драматургия, публицистика, краеведение, детская литература и критика. Среди 7 лучших российских авторов есть и барнаулец, поэт и писатель Валерий Котеленец. Это очень важно, когда нас любят, когда нас знают, когда нас это самое ценят. Вот, конечно, это будет большим стимулом для моей дальнейшей работы. С произведениями авторов обладатели премии имени Мамина Сибиряка могут познакомиться все читатели библиотеки имени Шишкова. Ну а денежные премии писатели потратят на то, чтобы издать очередные свои творения. Татьяна Голубева, Ирина Харитон, Николай Шелконыш. Новости.